Денис Мацуев. Денис Мацуев. Бис. Денис, не уходи так быстро, сказал он и убежал. Я сейчас произнесу фразу, за которую моя мама вечером будет меня ругать. Это звучит ужасно, но банкет будет продолжен в зале Кипренского. Знал бы бедный Кипренский. Так что прошу вас после утоления пищи духовной, вот, понимаете ли, столы накрыты.